А следующий с моста считается погибшим. Итак, берегите друг друга причинные места. Не надо тыкать в сплав, я вас прошу. Вы мне нужны в полном здравии. Итак, бойцы готовы? Бой! Осталось 4 копеечка, 2 на 2. Очень интересное. Такое практически не бывает в жизни. Но как видите, если сейчас сборная гастронома подавит и сгонит своих соперников с моста, она считается выигрышной. Все, 2-0. По местам. Маршал выносит предупреждение. Советуются. Так, подготовились бойцы? Бойцы готовы? Да, бой! Итак, 2-1. 2 очка Клёны, 1 очко сборной гастронома. Прекрасная выбранная тактика. Кому же, кому? Ну, Слава, это не мое. Это Васильска. Сейчас будут Клёны и Dream Team. Просьба занять условные позиции. Господа команды, пожалуйста, отойдите в сторонку, чтобы зрителям было все видно. Готовы? Греб. Повернись лицом к противнику, а не тылом. Бой! Понятно. Dream Team — это Dream Team. Расходимся по позиции, по исходу. Что такой злой? Жрать хочешь? Итак, готовимся. Поехали, бой! Народа на мосту погибло очень много. Приходится вступать по трупам. Осталось 2 копеечка против 1. Я так думаю, у 1 шансов нет. Итак, кто у нас победил? Скажите, пожалуйста. Маршал, что говорят маршалы? Лёг победил? Dream Team, 2-0. Итак, готовьтесь. Готовы? Бой! Итак, молодцы. 2 очка получает Dream Team. Итак, бойцы занимают исходные позиции. Может быть, они новую тактику придумали, подумали. Посмотрите, слева 2 копья, а справа копье и длинный топор в роды. Разные тактики. Итак, бойцы, бой. Бой. Вперед. Давай, отлично, все было хорошо. Надеюсь, без травм. Бойцы приготовились. Болезненно, да? Бой. Они нормально перейдут. А по мне? А по мне нос? Да. Да, 2-0. Ударил врага копьем, он сам решил покончить жизнь самоубийством и упасть с моста. Итак, 3-й заключительный исход. Остается сборная гастронома после этого на помосте. И выходит команда Dream Team, будет биться с ней. Бой. Вперед!
Сами, сами! Все, пока! Готово! Три очка сборная гастронома, 0 очков у боевых ботаников. Ждем. Бойцы скажут, когда готовы. Сейчас перемотают ноги, обмотки размотали. К сожалению, вот такая вот вещь, называется обмотки. Носили тысячу лет, даже в начале Второй мировой войны бойцы носили это. Носили с 9 века, с 8 даже. Вот обмотки очень часто разматываются, поэтому вот приходится поправлять обмундирование. Итак, бойцы заняли исходные позиции. Готовы? Бой! Убили грека. Такого не бывает. Кто лежит, прикрывайте голову, потому что вам прилетает сверху. Давай, кали его! Калите, парни! Кали, дрова! Дрова, кали! Вдвоем жертвуйте друг дружкой, блядь. Молодцы! Пройдя по первым трубам, они все не девки. Вот видите, пока что все достаточно ровно идут, кроме боевых ботаников. Итак, бойцы готовы? Бой! Грек, я тебя бороться! Держись, Дима, держись! Значит, открывай копье, дави! Итак, 1-1 по исходным позициям. Этими тренировками боевыми мы закрываем сезон этого года, все клубы, поэтому называется боевая встреча. Это последний всплеск перед зимой. Зимой будем накачивать мышцы, готовить новое оружие, подгонять новое обмундирование и так далее. Итак, бой! Блин, ну ты задолбаешь, короче. А, ты еще живой! Молодцы! Dream Team. На сцену приглашаются боевые ботаники и клёные. Молодцы. 1-0 в пользу клёнов. Бой. Ноль в пользу клёна. Чё? Сынок, помнишь мультик этот про Винни-Пух ты был? Напал? Сынок, что случилось? Ой! Ты чё так это заблокировал? Готов. Итак, 3-0 в пользу клёна. По итогам сегодняшней битвы на мосту мы имеем следующие результаты. Боевые ботаники 1 балл, сборная гастронома 5 и по 6 баллов у Dream Team и клёна. Так как Dream Team победила клёна в очном противостоянии, они занимают первое место, клёны второе, сборная гастроном третье, и боевые ботаники остаются ботаниками. Вот. Это так.